Я только въехала в парк. Это национальный парк. И сразу же встретила площадка, где можно остановиться. Панорамная. Посмотрите, какая красота сзади меня. Супер, да? Вид сумасшедший. И дождь прошел, конечно, но холодно. Вот к этому маяку мы сейчас едем. Этот маяк, кстати, вот написано, что он был построен в 1856 году. Чуть-чуть покажу вам дорогу в парке, которая ведет к нашему маяку. Я припарковалась. Видите, такая парковочка. Ой-ой-ой. Нам, наверное, не повезло или повезло, но посмотрим за то, как делают реставрацию, потому что написано, что маяк в данный момент находится на реставрации. И, видите, закрыто. Ну, посмотрим, проверим, если что. Просто, ну не если что, просто погуляем. Уже хорошо. Кстати, дождь закончился. Свежо и хорошо. Что? Покажу вам немножечко тропинки. Пойдемте. Смотрите, какой вид открывается. Красота! Там кто-то гуляет, но я не знаю, как туда спуститься. Приезжайте в гости. Вам тут понравится. Опа! Смотрите, маяк, маяк крутится. Он, кстати, рабочий. Я-то думала, его закроют вообще. Там написано, что они что-то работы с электричеством ведут. Вот как он выглядит.
его координаты этого маяка. Супер. Вашингтоник. Кстати, это мы в Вашингтоне. Прямо на границе с Орегоном, со штатом Орегон. И океан. Pacific Ocean. Какое там дерево упало. Какая картина отсюда открывается. Ну все, ребят, я выхожу из парка. Я сейчас поднимаюсь по ступенечку. Спасибо, что вы были со мной. Надеюсь, вам понравился наш океан и маяк. Пишите мне свое мнение, свои отзывы. Мне будет очень приятно. Пока-пока!